Беспилотники «Акинджи» вылетели из района Чорлу, турецкой провинции Тикердак, и, пролетев над Грузией, приземлились в Баку. Об этом говорится в публикации турецкой компании «Байкар» в Twitter. «Акинджи», пролетев около 2000 километров, успешно облетел три страны. Отметим, что в Азербайджане 26-29 мая пройдет очередной фестиваль «Технофест». Данное мероприятие с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации фонда турецкой технологической команды, которая управляется Министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании «Байкар Макина» в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями. Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.